Итак, то, о чем так долго говорили любители старого доброго рока, свершилось. В эти минуты в Окуловке проходит музыкальный фестиваль «Кинопробы», посвященный 55-летию Виктора Цоя. Чайф, Пилотку, Крыникса, Алиса, Бригадный подряд и другие известные группы участвуют в опен-эйре. Погода в области сейчас переменчивая, Окуловка не исключение, но настоящим поклонникам рок-н-ролла это не помеха. Интернет-трансляция открыта в сети ВКонтакте в группе Новгородского областного телевидения и сетевого издания 53 новости. Скоро кончится лето.